Самое простое – обслуживание велосипеда и мелкий ремонт обычно не требует специальных навыков и обращений в веломастерские. Зато ходовые свойства и характеристики сохраняются такими же, какими были при покупке. Например, четкое переключение скоростей. Если своевременно мыть цепь, как мы рассказывали в одном из наших уроков, при этом подстраивать переключатель не придется. Кстати, четкость переключения скоростей может сбиться еще и потому, что тросик, который регулирует положение машинки, растягивается от нагрузок. Поэтому мы рекомендуем после каждой поездки сбрасывать скорости. Тросик и цепь будут провисать, нагрузки нет, а значит и нет напряжения. Простейший набор инструментов поможет вам значительно продлить жизнь велосипеду и выручить во время катания. Разделим инструменты на две категории, что должно быть в гараже и что должно быть с собой. В прошлом ролике мы рассказывали о том, как выбрать велосипедную сумку. Нам предпочтительнее вот такая сумка, так как она небольшая, легко крепится, достаточно вместительная и ее можно быстро снять. Ремкомплект, набор заплаток, клей, шкурка – все умещается в маленькую коробку. В одном из наших роликов мы уже рассказывали, для чего это необходимо и как правильно применить набор. Набор монтажек, желательно пластиковых, так как они не царапают обод колеса, убираем в сумку. Как видно, все аккуратно помещается. Последнее, что необходимо взять с собой, это мультитул. Набор шестигранников. С его помощью можно раскрутить практически все винты велосипеда. Они различаются по качеству сборки, количеству комплектующих, соответственно, по цене. Например, набор шестигранников SKS, помимо стандартных шестигранников, имеет еще и крестовую отвертку, плоскую. Шестигранник 8 мм, достаточно большой, отвертку формы звезда и даже цепную выжимку, которая может спасти положение в случае разрыва цепи. В новых роликах мы обязательно об этом расскажем. Самое главное для такого рода инструментов – материал. И если материал плохой, то он в скором времени сотрется. И это все, что нужно иметь при себе во время катания. Для обслуживания велосипеда рекомендуем взять набор шестигранников. Их плюс в том, что они длинные, можно с легкостью подлезть в труднодоступные места, а закругленная головка позволяет завернуть винт под разными углами. Иногда педали могут расшататься. Увы, обычный гаечный ключ не подойдет по толщине, поэтому здесь пригодится педальный ключ. Цепная смазка. Опытные райдеры подбирают этот компонент в зависимости от местности и погодных условий. Для прогулочного катания достаточно своевременно смазывать цепь. Для смазки пригодится и машинка, о ней мы уже рассказывали. Ее можно заменить простой зубной щеткой.